Здравствуйте, с вами Татьяна Чиронова, и сейчас мы будем делать заготовки для нашего флеш-баннера. Сначала мы создаем файл нужного нам размера. Создать кликаем. 250 на 250. Я буду создавать баннер, значит, и такие размеры файла. Окей. Дальше нажимаем на кнопочку «Текст». Проверяем, чтобы он был черный. Или вот здесь выбираем цвет. И начинаем писать. Немножко большой размер. Делаем 24. Так. Сделать. Флэш. Баннер. Опрос. Вот здесь у нас образовался слой из этой надписи. Теперь нажимаем файл и сохраняем. Это у нас первый кадр нашего флеш-баннера. Сохранить для выбора устройств. Размер PNG8, то есть самый маленький размер, в котором сохраняет Photoshop. И здесь внизу, может, вам кнопочку не видно. Сейчас я попробую сделать меньше. Нет, не получается. Нажимаем сохранить. И выбираем ту папку, в которой мы будем сохранять заготовки для нашего флеш-баннера. Первый кадр. Сохранить. Окей. Теперь пишем. Теперь нажимаем на любой значок, потом опять на текст, чтобы образовался новый слой. И пишем слово «легко». Цвет мне не нравится. Хочу красный. Значит, вот здесь образовался слой. Нажимаю два раза на «легко». И выбираю цвет. Красный. Окей. Теперь увеличиваю размер. Теперь нажимаем «Файл». «Сохранить для веб-устройств». И сохраняем второй кадр нашего баннера. Нажимаем на кнопочку «Сохранить», которую вам не видно. Почему-то не уменьшается. Здесь она внизу. Кадр 2. Сохраняем. Теперь опять нажимаем на текст. Меняем цвет. И пишем. Не поменялся у нас цвет. Сейчас поменяем. Программой. GIF. Иллюминатор. Так. Вот создался слой. На него нажимаем. И меняем цвет. На черненький. Окей. Еще хочу тут размер поменять. 24, чтобы буковки были такого же размера, как и здесь. А это покрупнее. Теперь мы поставим логотип программки GIF Animator. Берем и перестаскиваем из папочки. Вот она. Перетащили, нажимаем на крестик «Поместить». Теперь сохраняем третий кадр нашего баннера. Нажимаем «Файл», «Сохранить для веб и устройств». Также нажимаем кнопку «Смотрим», чтобы здесь было PNG8, чтобы картинка была у нас легкой. Чем легче картинки в баннере, тем легче сам баннер. Сохраняем. Сохранить. А сейчас мы сделаем последний, четвертый кадр нашего баннера. Мы не будем создавать новый документ, а просто закроем вот эти вот глазки. Это слои.
баннера и начнем перетаскивать картиночки. Вот первая картинка. Уменьшаем ее. И поворачиваем на нужный нам угол. Нажимаем на кнопочку перемещения и поместить. Одна картиночка помещена. Вот мы всегда можем подвинуть, если у нас нажато вот на эту кнопочку. Инструмент перемещения. Теперь перетаскиваем следующую картиночку. Вот она появилась в слоях. Уменьшаем ее. Двигаем как нам нужно. И поворачиваем. Тоже как нам нравится. Опять нажимаем инструмент перемещения. Поместить. Дальше перетаскиваем третью картинку. Доллар. Опять его уменьшаем. Ставим, как нам нравится. Нажимаем на поместить файл и помещаем. Теперь напишем текст. Меняем цвет текста на красный. И начинаем писать. Успеха. Восклицательный знак. Нажимаем, выделяем, меняем размер. Еще побольше сделаем. Теперь подвинем текст. То есть выделяем слой и нажимаем на инструмент перемещения. И сохраняем файл. Сохранить для веб и устройств. Смотрим, чтобы было PNG8. И нажимаем кнопочку «Сохранить», которая находится. Мне вам никак не показать ее, к сожалению. Окно это не уменьшается, но оно в правом нижнем углу. То есть эта кнопочка в правом нижнем углу. Сохраняем в нужной нам папочке. Лучше, конечно, поместить все эти картинки в одну папку. И до встречи в следующем уроке, где мы с вами соберем наш флеш-баннер.